оглядываюсь на свою жизнь и вспоминая всех девушек, которых я знал, невольно думаю, как много всего они мне дали и как мало получили взамен. Они ухаживали за мной, заботились. А я отплатил черной неблагодарностью. И что у меня есть? Честно? Денег немного, дорогие шмотки, крутая тачка, хотя и не моя, и я холост, одинок и свободен. Ни от кого не завишу. Никто не зависит от меня. Душевного спокойствия нет. А без него все теряет смысл. Я все время себя спрашиваю, в чем тут дело? Где ответ?